Еще темно, и вот моя первая находочка. Я так уже прощупал. Да, 1 рубль, друзья. Темновато, пока ничего не видать. Но сейчас я пойду дальше, просветет, и все вам покажу. Здравствуйте, друзья, вот уже рассвет. Походил я вот по той горе немножко. Пару монеток нашел и решил походить вот здесь вот, вдоль берега. Время рассвет, где-то 3:30 утра. И здесь у меня вот очередная маленькая находочка. Ну это рубль. Рыбаки рыбачат на спиннинг. Комарики летают. Туман. Красота, утро. Немножко прохладно, поэтому очень хорошо копать. Похожу по берегу. В тот раз я здесь кое-что нашел и решил пройтись. Вода немножко отошла на Волге. Решил я прогуляться опять вдоль этого берега и еще взять метр береговой зоны. Посмотрим, что из этого получится, друзья. Часик перед работой у меня еще есть. Ну и вот очередная монетка, друзья. Где она? Вот она. Наверное, ходяшка, я думаю. Да, 2 рубля рыжего цвета. Рыбалка идет, рыбка плескается. Замечательный такой рассветик и туман. Класс. Ну что ж, еще немножко осталось пройти. Сигналов мало, пробок много. Ну и народ перестал ходить на пляж практически. Но я хочу вот здесь еще немножко побродить. Очередная монеточка. 10 копеек. Ходяшка. Класс. Кругом собаки. И рыбаки. Ну все, больше не попалось. Ну вот очередная находка. Отсюда вижу, ребро монеты торчит. Как всегда, рубль. Да, рубль. Рыбалка идет. И туман тоже идет. Прошел почти все сигналы. Очень мало. Красота с утра. Вот много по берегу прошел. Один мусор был. Здесь еще пятачочек пройду. И все. Очередной сигнал. Посмотрим, что это такое. Вроде бы вот здесь. Вот он. Монеточка. О, друзья. Советский Союз. Советик. На этом пляже я советики крайне редко нахожу. Копеечка. Какой же год. Попробую рассмотреть. Сейчас у меня здесь фонарик включен. 84-й год. Есть советики, друзья. Класс. Собаки лежат, рыбаки ловят. Замечательно. А у меня советы. Сигнал такой был хорошенький. Ну что ж, почти закончил. Покажу еще чуть-чуть. Ну вот, друзья, походил я. Побродил. Вот по этому бережочку, как всегда, проверил. Вода немножко отошла, метр где-то я проверил. Немножко зашел вверх. До сих пор туман, время 5 утра буквально проходит, почти рассвет. Пора на работу. Часика полтора я, наверное, здесь полазил. Замечательно, давайте посмотрим результат моего поиска. Результат, друзья, вот такой. 2 рубля. Рубль. Какая-то гайка. Болт, вернее всего. 10 копеек. Ну и копеечка СССР. Так-то так, друзья. Вот такой утрешний ков, друзья. Замечательный. Вот на такой вот лодочный. Думаю, неплохо походил. Отдохнул. Теперь покажу вам это видео, пойду выложу его, успею.
и пойду с чистой совестью на работу. Удачи, друзья! Скоро охота, рыбалка впереди. Увидимся на канале.